Они впервые в Донецке и первый раз выходят в манеж. Поэтому будьте предельно внимательны. Итак, русские медведи! Особенно с вратарями. И мы решили своими методами тренировать вратарей и сдавать во все национальные команды. Итак, первый вратарь вышел. Что-то у них с тренером не срослось. Тренер устанавливает мяч в центре поля, приглашает второго вратаря. Более уверенно, ну что ты? Итак, вратарь занял место в воротах. Тренер разгоняется. Разгоняется, тренер, удар! Мяч взят. Молодец! Отдавай мяч, отдавай! Еще удар, и снова мяч в ворота. Котика за лапой, лапой, но мяч ловит. Итак, внимание, удар! Берет мертво. Молодец! Иди отдыхай. Иди отдыхай, молодец. В ворота становится следующий вратарь. Ох, как весело бежит, а!
явно что-то уже заготовил, а? Занимает место в воротах, его даже придерживают. Итак, внимание, удар! Стоп! Куда ж ты ворота завалил? Это не по-игротски. Вот так. Да, в такие ворота никогда не залетит мяч. За это уже можно давать красную карточку. Но тем не менее, тренирующий тренирует баскетбол играть. Ай да молодец, молодец!